Хотел получить права, но вместо этого получил штраф в 100 тысяч рублей. Житель Ульяновска несколько раз пытался сдать экзамен в автошколе на категорию Б и Е, но все попытки оказались тщетны. Тогда мужчина решил купить теорию и практику, правда, в Сызрани. Именно там он нашел посредника и передал ему взятку – 50 тысяч рублей. Схема сработала, но спустя немного времени Фемида восторжествовала. Посредника задержали, как обладателя купленных автомобильных прав. За Свияжский суд постановил выплатить штраф 100 тысяч рублей. Мужчина с решением не согласился и подал апелляцию. Обосновывая свою позицию тем, что, по его мнению, он передавал денежные средства посреднику, а не должностным лицам ГИБДД. Поэтому он считает, что у суда первой инстанции имели все основания для прекращения уголовного дела. Лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности в трех случаях. Явка с повинной, активное участие в расследовании преступления, либо есть факт вымогательства. Поэтому в Ульяновском областном суде апелляцию жителя Засвияжского района не удовлетворили. Однако покупка прав не была связана с его профессиональной деятельностью. Поэтому мужчина отделался штрафом и аннулированием водительского удостоверения. Приговор вступил в законную силу. Рената Люлова, Геннадий Бухтаяров, Улправда, ТВ.